Железнодорожный вокзал – место знакомства с Брестом и первое впечатление о городе. Сюда ежедневно прибывают тысячи пассажиров, среди которых в летнее время множество туристов. Пока все нравится, Брест удивляет. Очень все красиво, вокзал хороший. У нас, ну, в Минске у нас тоже, конечно, красивый, поэтому, ну, мы из Минска, поэтому просто решили поехать, куда мы? В Беловежскую пущу. Сразу с поезда есть выход на мост протяженностью 450 метров, возведенный еще в 80-х. Сегодня здесь идут ремонтные работы. Из-за повышенного трафика разрушение дорожного полотна очень интенсивное, поэтому проезжая часть требует замены каждые 6 лет. Мосты и путепроводы, они являются самым слабым местом на городских улицах. Ну, это связано прежде всего с тем, что они постоянно находятся в нагрузке и идет постоянная вибрация. Кроме того, очень сильно влияют перепады температур, поэтому раз в 6 лет для того, чтобы не было проблем, не было критической ямы, необходимо это покрытие менять. Так как любой ремонт – это прежде всего финансы, было решено ежегодно менять покрытие на одной из четырех полос движения. Работа начинается с 8 утра, бетон замешивают на месте. Сначала мы сняли верхний слой, сейчас проведутся работы по ремонту бетонного основания. Потому что там, где была ямочность, образовались и пошло не только разрушение асфальтобетона, а кое-где местами произошло разрушение бетонного слоя. Средства на реновацию выделены из городского бюджета. Следующий на очереди – путепровод по улице Пионерской. Там планируется частичная замена одной из полос проезжей части. Людмила Логодич, Елизавета Демчук, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.